Новый Lifan MyWay. Семиместный городской кроссовер. Уже у официальных дилеров в Кемерове. Приговор за ошибку 20-летней давности. В Кемерове в особом порядке рассмотрели уголовное дело 1997 года. По версии следствия, две криминальные группировки делили сферы влияния. Киллеры должны были ликвидировать одного из конкурирующих воров в законе, но ошиблись и убили ни в чем не повинную семью. Чудом выживший криминальный авторитет отомстил обидчику, также наняв убийц. Все участники преступления, кроме одного, были задержаны и приговорены еще в 2001 году. Последний фигурант сегодня отправился в колонию строгого режима на 7 лет и 4 месяца. Первоначально полностью отрицал свою причастность к данному убийству, говорил, что фамилии своих соучастников не знает, об убитом никогда не слышал, о каких-то криминальных разборках в те годы он вообще не осведомлен. С обвиняемым было заключено судебное соглашение о сотрудничестве. Полностью достоверно рассказал о событиях тех лет.